Друзья, всем привет! Это Тимур Насыров. Прогулки по тропам Южного Урала. Сейчас мы с вами находимся в окрестностях горы Еремель на хребте Валяк. Только что поднялись на него со стороны Байсакалова. И сейчас мы идем на экскурсию обзорную на скальный город Шершибик. Шершибик в переводе с башкирского переводится как елочная верхушка, вершина еля, ну что такое. Панорама замечательная, когда будете подниматься со стороны Байсакалова, не пропустите это место. Сейчас поднимемся и посмотрим виды, которые нам откроются. Будете подниматься еще? Там камень видели такой отвесный? Да, хочу панорамку сделать. Подъем на панорамную площадку несложный, осилит любой желающий. Высота в этом месте составляет около 1100 метров над уровнем Балтийского моря. Это Малый Еремель. И небольшой обзор Южноуральских гор. Вот в этом месте и есть высота 1100 метров. По этой точке, ребят, можно ориентироваться о погоде, которая на Большом Еремеле. То есть, если здесь ветер, то на вершине Большого Еремеля, как правило, тоже ветер.